Еще весной многие иностранные корпорации наперегонки объявляли об уходе из России, считая, что именно наша страна пострадает от этого сильнее других. Но сейчас мы видим, как одно за другим закрываются производства и рабочие места в самой Европе. И одна из ключевых причин – это, конечно же, разрыв деловых связей с Россией.